Теплица вместо свалки. После закрытия полигона Торбеева, которое запланировано в 2020 году, на его месте может появиться тепличный комплекс. Об этом сообщают местные информационные агентства, ссылаясь на главу городского округа Люберцы Владимира Ружицкого. На рекультивацию полигона может потребоваться несколько лет. Это будет зависеть от проекта, который должны утвердить администрация Люберец и правительство Московской области. Кроме того, для внедрения проекта необходимо, чтобы он прошел процедуру публичных слушаний и государственно-экологическую экспертизу. Напомним, полигон Торбеева действует на территории округа с 1994 года. Раньше это была несанкционированная свалка. Но сейчас предприятие, которое его обслуживает, соблюдает все требования безопасности. В связи с закрытием полигона Кучино в Балашихе жители Люберец опасаются увеличения потока транспорта и объема отходов. Однако руководство муниципалитета регулярно инспектирует полигон и заверяет, что беспокоиться об ухудшении экологической ситуации не стоит. В 2020 году полигон Торбеева планируют закрыть. Луиза Егиазарян, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Маша Лапычева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.